В ближайшие дни погоду в республике определит барическая седловина. Мордовия будет находиться в промежутке между двумя циклонами и двумя антициклонами, а значит, станет менее ветрено. Вместе с этим не ожидается и существенных осадков, возможно, лишь местами по республике. Коммунальщикам можно спокойно выдохнуть, но ненадолго. К концу недели опять заметет снегом. Минимальная температура воздуха в ночные часы составит минус 11-16 градусов, днем минус 5-10 градусов. Атмосферное давление повышенное, 758 миллиметров. К выходным эти значения понизятся на несколько градусов. Впрочем, последние 5 дней января считаются самыми холодными в году. Однако в этот раз такого не случится. Температура хоть и пошла вниз, но она будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. И это нормально, так как в последнее время тенденция идет на повышение температур. Год назад, например, в этот день вообще наблюдались положительные значения. Температура воздуха и днем, и ночью составила плюс 1 градус, а это выше климатической нормы на целых 10 градусов. Самым теплым день 24 января был в 2002 году, когда температура воздуха повышалась до 1,5 градусов, а самой холодной ночь 24 января отмечалась в 2010 году. Под утро воздух остыл до минус 35 градусов. В целом, февраль встретит нас примерно такой же снежной и достаточно теплой погодой. Долгота дня постепенно увеличивается, а значит, недолго осталось и до весны. Арина Мелешкина, Александр Зюзяев, «Наши новости».